В эфире студия «Репортер». Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, основатель тренингового центра «Коннект» Евгения Шматкова. Здравствуйте. Здравствуйте. И совладелец тренингового центра «Коннект» Лина Овсянникова. Здравствуйте. Итак, будем говорить о том, как продвигать бизнес в интернете. Ну, вообще, тренинги относительно новое явление в Украине, но явление, которое стало очень быстро популярным. Тренинги, коучеры. Чем то, чему обучаете вы, отличается от того, чему обучают другие? Ну, несколько вообще слов о тренинговом центре. Преподаем мы инфомаркетинг. То есть инфомаркетинг – это обучение предпринимателя продать через интернет. То есть или по-другому обучение покупателя у нас покупить у нас у предпринимателей. И наши тренинги именно на это и нацелены. У нас есть несколько направлений школ. Одна из них — это с чего, так сказать, начался этот тренинговый центр. Это школа бизнеса в Google AdWords, то есть продажи через махину Google. Вот. И чем реально вот отличается наш тренинг, наша школа от других, это тем, что в одной школе собраны все основные элементы, которые необходимы для продаж. О чем это говорит? Ну, например, у нас на рынке очень много таких неплохих достаточно школ по Google AdWords, то есть продажи через поисковик Google. И человек, допустим, приходит обучаться в такую школу, проходит курс Google AdWords, а это серьезный очень пласт обучения. Это, и наверняка дорогостоящий. Да, во-первых, дорогостоящий — это вообще не так называется, то есть там 8-12 тысяч курс стоит. И предприниматель проходит всевозможные темы, типа обучается, типа там настройкам там кликов, настройкам всевозможных компаний, то есть там поисковики, контекстно-медийные сети, мобильные и так далее и тому подобное. Их там немерено на самом деле. И на самом деле этот пласт, он совершенно не нужен. Человек обучается, потом уходит, а конверсии, то есть самих продаж, так и не получает. И возвращается в эту компанию. Спрашивает, почему вы меня научили? Почему у меня нет продаж? Они говорят, а вам надо было пойти еще на курс по созданию оффера, по юзабилити сайта, то есть удобство сайта. И он опять, значит, этот ни в чем не повинный предприниматель идет, обучается, опять же, созданию оффера, приходит и не может сделать ни одного вывода из своей рекламной кампании. Его приглашают на третий курс. Курс Google Analytics, для того, чтобы он смог разобраться все-таки, откуда приходили клиенты, как они себя вели и так далее и тому подобное. Так вот, я собрала все эти вещи воедино и создала курс, который полностью четко ведет человека от начала, то есть от юзабилити сайта, удобства по-другому, о создании такого предложения, от которого невозможно отказаться. То есть если в данный момент времени человек ищет с деньгами ваш товар, например, там пишет «купить красное платье Одесса», то он увидит 10 таких предложений, выберет вас. Этому я обучаю на первом модуле. Второй модуль я обучаю конкретно получить с 10 переходов одну заявку на сайт. Это четкий результат, который получают у меня все предприниматели, которые делают домашние задания. Вот. И, ну, естественно, мы обучаем также ярким баннерам, которые, ну, за 2 гривны можно получить 1000 показов. То есть вообще ни о чем. Это тоже обучение. Ну и следующее — это аналитика. То есть проанализировать все и вычислить, где ты лучше всего продаешь. И все это в одном курсе. Вообще долго надо этому обучаться? Это 2 месяца четко, пошагово, каждый раз с домашним заданием, с дополнительными занятиями и так далее. И все-таки для кого этот курс? Для начинающих предпринимателей или для тех, кто уже давно на этой арене и хочет просто развить свой бизнес? Ну, этот курс рассчитан для владельцев интернет-магазинов, для руководителей отдела продаж, для маркетологов, да, в принципе, для предпринимателей, которые продают товар, то бишь услугу, через интернет-магазины. И таким образом получить качественную продукцию в Украине, качественную информацию, как работать, как продавать в интернет, как работать с Google. Все-таки вот основу, то, что мы даем. Потому что есть очень много информации в Google, как это делать, вот уже Евгения говорила. Но мы даем суть, мы даем не только суть, как продать, мы даем им основу, как получить результат. Это основа. Потому что многие говорят красиво, многие рассказывают о том, как это можно сделать красиво, но никто не гарантирует качественную работу и результат. Это основа. Суть — сэкономить на бюджете, не тратить большие деньги на рекламу — это основа.
Сэкономить сейчас все, наверное, ну, хотят. Ну, просто мы стартуем с маленьких сумм, намеренно, с 30 гривен. То есть ни о чем этот бюджет дневной, 30 гривен. Человек в этот момент понимает своих конкурентов, четко убирает ненужное, это называется минус-слова в Google AdWords, и затачивает рекламу так, чтобы она приносила результат. Если, допустим, под моим чутким руководством человек за 10, у него 10 четких целевых запросов было, вот как купить платье красное, Одесса, и не купил платье, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Или какой-то сумасшедший писал, вот я сегодня острю по этому поводу. Но мне нравится то, что когда получают результаты, это просто одно удовольствие, но это не... Ну, его невозможно не получить. Вот реально невозможно, если ты делаешь четко вот по этой методике, которую я сама и вывела. Дело в том, что когда-то, может быть, вот много лет назад, я бы очень хотела пройти сама такой курс, но я просто его не было на рынке. Вот. Ну, и появилась идея создать его в конечном итоге. Просто... Что такое? Прошу. Просто предприниматель, я бы хотела вот обратиться к предпринимателям, что есть очень много компаний, да, которые много говорят, много показывают, но предприниматель, который имеет интернет-магазин, он должен понимать, что он может заплатить деньги компании, большие очень деньги, и он не получит результат. Здесь же мы гарантируем результат из 10 переходов в одну заявку и получить эту качественную... То есть у нас есть особый алгоритм работы, никто в Украине не работает по этому алгоритму. То, что у нас есть теория, это есть практика и закрепление результата на доп. Занятия. Это основа того, что у вас будет гарантия того, что вы получите качественный результат. А в чем особенность этого алгоритма? То, что вы испытали его сами на себе? Сама. И у меня, да. Я все компании так настраиваю, везде вывожу эту это формула. То есть, когда все-таки по формулам, как математика, если ты что-то не сделал или упустил, например, один какой-то элемент, то у тебя не сработает эта тема. Вот у меня, например, есть одна из формул в этом курсе всем, это создание оффера. Не доделали, не успели доделать и запустили в рекламу два слагаемых, там 5 слагаемых в этой формуле. Это ограничение по времени и няшка. Няшка – это по-другому, ну, какой-то вкусный элемент. Например, там, вот 1500 гривен в подарок мы дарим лучшему ученику. Это вкусный элемент называется. Если ты этого не добавляешь… Бонус. Да. Чтобы вы понимали, я этого не добавила и запустила рекламу и думаю, чуть-чуть позже напишу гарантию. Значит, с 15 где-то, с 10 переходов заявка. Добавила – с 4 переходов заявка. Разница есть. Ты потратил 80 гривен, ты точно продал. Теперь дело за человеком, который взял трубку, и договорить это, то есть рассказать. То есть должен еще быть, естественно, грамотный специалист, который потом принимает заказы. А что такое еще раз вот контекстная реклама? И, может быть, существуют какие-то такие основные тезисы, правила, вот как ее правильно сформулировать? Ну вот что такое контекстная реклама? И существует, по-другому это называется именно в Гугле, это Google AdWords. Контекстная реклама – это контекст, то есть то, что ты написал, человек пишет в поисковике в данный момент опять времени. Опять же красное платье. Да, опять же пишет он про красное платье. Хочу купить вот красное платье к Новому году. Так и пишу, купить платье красное, вечернее, Одесса. Так вот, ему надо показать объявление, где будет написано «Купить красное платье Одесса». Если он увидит это объявление из многих других, он выберет именно это, потому что оно отвечает тому, что он в данный момент написал. Если можно написать там «У нас красивые платья, у нас платье просто», но тут надо уметь вот заточить эти фразы. Ну, опять же, вы учите, как заточить, да, эти фразы. Причем, знаете, нажал кнопочку – получилось. То есть все по шагам. Что такое конверсия? Конверсия – это то, чего сильно хочет предприниматель, а хочет он, чтобы ему позвонили, когда зашли к нему на сайт, хочет, чтобы он оставили у него заявку, то есть он хочет продажи. Это все, что ведет к продажам. Это может быть телефонный звонок, это может быть лидогенерация, то есть оставили заявку на сайте, это может быть письмо вам на e-mail. То есть это и есть конверсия. Произошла конверсия, он сделал то, что вы так хотели. Обратная реакция. Да, обратная реакция. Новое явление, ну как новое, относительно Инстаграм, как продвигать бизнес в Инстаграме. Как возникла вообще идея создать еще и такой курс помимо Google? У нас вообще все курсы создаются, знаете, как по заказу. Вела большой тренинг на зал, подошли и говорят, а вы не могли бы сделать такую школу? Говорит, я бы к вам пошел учиться, все так классно. То же самое произошло с Инстаграм. А вы не могли бы сделать Инстаграм? Почему у вас такой результат уже на Инстаграм сейчас? Ну и пошла идея, потому что это очень востребованная тема. И дело в том, что
Мы решили никуда не спешить, а делать качество. Сама предприниматель сама на своей шкуре все испытывала. Опять-таки, да, качество. Да, качество. Качество это значит, ну вот, например, Инстаграм. В Инстаграме очень многие продвигаются по хэштегам. То есть человек, если ищет тебя в Инстаграм, то ты выскакиваешь ему, если ты, так сказать, прикрепил значок к своему посту. Правильно? Это называется хэштег. Да? И есть значки разные, такие хэштеги. Одни по 5 миллионов человек на нем рекламируются, одни, допустим, по 100 тысяч человек на нем рекламируются, одни по 20 тысяч. Ну, например, такой хэштег, как Украина, там 5 миллионов. И человек пытаются это прицепить, чтобы 5... Но он мало очень живет, такой хэштег. Сколько он? 5 человек выскочило, их раз-раз-раз, и они спустились с топа. Так вот, я обучаюсь делать так, чтобы на 100 тысяч, на 60 тысяч выдачи ты стоял от хотя бы недели в топе, я имею в виду вообще весь Инстаграм мира. И вот это действительно очень круто. Эти результаты все показываю у себя уже на сайте, то есть все это отфотографировала. Например, там у нас есть хэштег «Раскрутка с нуля» называется. И вот я показала свой Инстаграм, потом отфотографировала «Раскрутка с нуля», сколько было запросов за сегодняшний день, 61 600 да, запросов, и, вернее, не запросов, показов. И рядом мои все посты вверх, то есть топ. Три поста все мои, и они же делаются у меня раз в день где-то, раз в 11 часов дня у меня обычно выходит мой пост как определенный. И вот они висят, да, на 100 тысяч висят, и все время лайки, 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 потому что тебя видят заинтересованные, лайкают, переходят, подписываются. То есть методично получаю, благодаря таким вещам, минимум 30 подписчиков в день, но они настоящие. То есть, если Google, то есть они накручены, как это если любят, Google это контекстная реклама, да. Если Instagram это хэштег. Это хэштег, да. Понятно. Да. А что вы можете посоветовать начинающим предпринимателям или тем, кто может быть сейчас на грани и не знает, что делать, закрывать бизнес или все-таки пытаться его развивать? Ну, к нам звонят предприниматели, которые уже, или мы, когда попадаем на такого предпринимателя, когда звоним отдела продаж, вот, да, наши менеджеры, ой, а вы знаете, а я хотела закрыться уже, потому что уже, вот, ну, вот не знаем, но нет продаж. Вот мы объясняем, что можно продать все через интернет-магазин, что нельзя опускать руки. Просто вам нужно, если не прийти к нам, то хотя бы пригласить своего человека. Нет времени заниматься самим, да, вот, обучением. Должен быть человек, который придет и будет учиться, вы будете контролировать его работу. Но вы увидите максимум, что может дать ваш интернет-магазин. Вы увидите результат, потому что результат может быть всегда. То ли это услуга, то ли это товар. Увидеть результат мы даем и гарантируем, что это всегда будет. Просто грамотный подход и алгоритм работы действия в Google приводит к тому, что человек увидит результат, отобьет стоимость курса уже на обучение, это гарантированно, да, это очень важно, потому что человек приходит к нам, и мы не говорим, что вот результат потом, никогда потом, никаких потом, только сейчас на обучение человек пришел, увидел, закрепил результат теории на своем интернет-магазине, на своих категориях, то бишь услугах, и получил уже результат, уже отбил эту стоимость обучения на курсе, получил из 10 переходов в одну заявку сейчас. Не надо будет ждать. Контекстная реклама чем хороша? Тем, что она... это результат уже сейчас. То есть вы загружаете информацию в Google, и вас уже видят ваши клиенты. Уже есть звонки, продажи, и вы видите то, что мы говорим. Это работает, это правда. Мы честно говорим, мы это показываем и закрепляем. И человек уже понимает, что нам можно доверять, и он идет с нами дальше. Почему наш Инстаграм сейчас, он выходит, и, вернее, уже вышел? Потому что наши ученики требуют просто... Они говорят, девочки, пожалуйста, давайте, дайте нам информацию в Инстаграм. И у нас уже есть, у нас уже забит курс первый, который стартует 18 января. У нас уже есть группа, которые мы думали, что будем звонить, кому-то предлагать. Нет, звонят нам и предлагают. Купить. Спрашивают, пишут в Инстаграм. У нас постоянно пишут. Есть письма на e-mail, когда люди интересуются очень сильно, потому что они видят качество, знают о нас. А на ваш взгляд, почему люди выбирают Инстаграм в последнее время? Вот, в частности, предприниматели, это что, экономия средств или мода? Нет, это дело не в моде. Дело в том, что там на самом деле, если у тебя есть мозг, очень можно хорошо продавать. Он вообще вот на прощупывание, сложно его прощупать, я имею в виду, аналитика очень слабенькая еще в Инстаграм. Но это можно понять с помощью сторонних ресурсов, я их в курсе даю обязательно, чтобы въехать, что будет работать. Но самое главное, там можно...
легко таргетироваться, во-первых, на целевую аудиторию, а это очень хорошо. Во-вторых, там очень много женщин. А женщины покупают эмоциональные. Да, аналитика вся об этом говорит. У меня ребят столько заказчиков, которые продают мужские бы вроде вещи, большинство женщин. Я не знаю, или они потом говорят, иди купи ему, я не знаю. Ну вот, то есть аналитика, она говорит сама за себя. Ничего не попишешь. Помимо онлайн-обучения, все-таки нужен личный контакт с аудиторией? У нас с аудиторией всегда личный контакт, он бесконечен. То есть же ученики из других во-первых, городов. У нас все время, конечно. Во-первых, у нас есть дополнительные занятия. Это тоже наше новшество, это оффер наш, наше предложение, от которого нельзя отказаться. Потому что ты по-человечески работаешь, человек, я всегда говорю, ребята, дотянем продажи, не волнуйтесь. Я пока ехала к вам, мне по телефону позвонили, я полностью четко рассказала там о файле быстрого доступа, у меня девочка пошла дорабатывать. Просто это правильно в тесном контакте работать, потому что они ведь не маркетологи, они просто предприниматели. И почему, кстати, еще курс, вот я еще очень важную вещь хотела сказать. Когда-то я была на бизнес-клубе, тоже у нас Connect бизнес-клуб уже есть, и увидела, как один программист у другого фотографирует аккаунт Гугла и показывает этот аккаунт своему работодателю. Работодатель дал ему $200, говорит, молодец, там Вася, ты очень хорошо сработал. Меня тогда просто это убило. Я сама поднималась с нуля и знаю, что это такое. И у меня вот эта идея первая пришла. Я говорю, они даже за вымя не могут потрогать подрядчика, они не понимают, что он там делает. И потому что очень сложный интерфейс. Надо в нем разобраться, а вот потом нанимать только подрядчика, когда ты точно знаешь, что почему ты не поставил, допустим, там в квадратных скобках слова, почему ты не применил вот это, когда это необходимо применять, тогда он это понимает и может поставить человека на место. То есть это очень-очень тоже важный момент, который вот я хотела сказать изначально. Спасибо вам большое, очень много полезной информации для предпринимателя, может быть, для тех, кто хочет заниматься предпринимательством. Да. Я напоминаю, что у нас в гостях были бизнес-тренер, основатель тренингового центра Connect Евгения Шматко, и совладелец тренингового центра Connect Лина Овсянникова. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере.